Всем привет! Решил записать очередное видео на тему SD6000 с краткой инструкцией в описании, как правильно ее разблокировать. В общем, в процессе разблокировки есть два нюанса. Первый – это платный, ну и второй нюанс – это есть вариант бесплатной разблокировки. По поводу платной разблокировки. Вам нужно серию самой магнитолы сбросить конкретному человеку, и он вам ее разблокирует за энную сумму денег. Это где-то в районе 300 рублей сейчас, на данный момент. Может быть, ценник, конечно, и подрастет. Второй вариант. Бесплатно. То же самое. Нужно вам серийный номер вашей магнитолы, скачать приложение на Android, либо скачать приложение на Android человеку, у которого есть Android, забить свой номер магнитолы V-версии, если у вас V-версия. Вот. И, возможно, эта приложуха вам подберет код. Если она вам не подберет код, ну, тогда есть вариант с Серегой, который любые когда может разблокировать за энную сумму денег на пиво чисто. Вот. В общем, все ссылки будут в описании и подробные инструкции. Как узнать код магнитолы, не снимая саму магнитолу, лишний раз ее не вытаскивая? Все очень просто. Зажимаем 1.6 и держим до того момента, пока не выскочит код магнитолы. Можно видеозаписью, можно скриншотом, можно там, я не знаю, фотографией отослать Сереге, и он все сделает. Либо же вы запишите на бумажку этот код, отошлете ему. Маленькая аннотация к этому всему делу. Лучше всего, после того, как вы получите код правильный, бесплатно это будет или платно, вот, записать его в нескольких местах в автомобиле, потому что он вам еще не раз пригодится. Главное, не забыть это сделать. В очередной раз, думая, что вы его где-то записали или хорошо помните, вы можете скинуть клемму аккумулятора для того, чтобы там запустить робота, либо, я не знаю, для каких целей, для замены аккумулятора, и у вас снова потребуется код, и это будет лишний геморрой. А так у вас код будет записан где-то в салоне. В общем, как-то так. Смотрим видео о том, как записать код, вернее, увидеть код на мониторе. Опускаемся в описание, открываем описание на YouTube, ну и смотрим все шаги, что нужно сделать дальше. Ну а пока, всем пока. Если кому-то вдруг это видео было полезным, поддержите лайком, подпиской на канал. Ну и в описании будет еще ссылка на телеграм-канал для Ford Fusion. Вдруг кому-то будет интересно это. Всем пока!